История Дианы могла оставить равнодушным лишь бессердечного человека. Потеряв в одно мгновение родителей и сестру, в глазах этой крохи видится лишь ужас и тоска. Когда Диана видит незнакомых людей в военной форме, она по привычке прячется. Офицер, являющийся отцом двух дочерей, пришел проведать Диану и принес ей сладости и игрушки. «У меня у самого две дочери, и Диана стала для меня третьей», — говорит военный. А иначе, если ничего не придумаем, только не вытащим. Нет, смотри, ветка какая выпала. Потом возьмешь, оденешь ее, смотри. Любишь клубничный, Женечка? Клубничка, да? Вот видишь, Маша и Медведь, а вон и тебе клубничный жир. Немного побеседовав с девочкой, офицер нашел подход к крохе, хотя она еще и испытывала некое смущение. Все, вставай. Иди, Ешенька, что ты прям как зеленый шоколад. Ты же уже большая, красивая девочка. Все, не надо тебе. Никого не бойся. Все, ну, что, как до свидания, Дианечка. Мы до свидания. Приедем, скоро приедем, возьмем Юлю, Лену, приедем, поиграем, еще что-то привезем, да? Хорошо, братья. Вот и все. Вот и Ульбичка. Ну, пока. Сладкий. Ну, Ульбичка, все. Это нам надо бежать. До свидания.